Еще одна минутка. Итак, работу группа заканчивает. Приходите к общему выводу. Работу в группах необходимо уже закончить. И у вас, у каждого, первый смысл появился в вашей смысловой карте. Вот этот первый смысл вы можете открыть и положить пока рядышком. И у каждого перед вами снова чистый лист. И этот чистый лист... Снова чистый лист у всех появился. Это чистый лист, который еще наполнится сейчас смыслами, потому что вы будете слушать друг друга, группы, и записывать те смыслы, которые услышали другие группы. И каждый слой – это будет новый смысл. Итак, пожалуйста, какая группа готова ответить о том, какой смысл объединяет все фразеологизмы, встретившиеся в вашей группе, которые вы анализировали. Пожалуйста. Бояться нечего, отвечайте. Какое дело не возьмешь, как бы все получается. Так, то есть руки символизируют что? Труд. Труд, деятельность человека. И у нас у каждого появляется еще один смысл. Да? Руки – это символ деятельности, труда, мастерства. Так, какой еще смысл у нас открыла другая группа? Пожалуйста. Символ помощи. Помощи. Приведи примеры. Какие фразеологизмы? Как без рук. Ну, например, кто-то не может без кого-то. Так. Правая рука. Правая рука, то есть помощник, да? Рука обуха. Вместе сообщаем. Хорошо. Рука как символ взаимопомощи, поддержки. Еще один смысл открылся у нас. И мы заполняем смысловую карту. Какой смысл нашла ваша группа? Пожалуйста. Ну, мы предлагаем, что у нас разные фразы, и в каждой фразе разные смыслы, но... Вот один, который был у меня, это держать себя в руках, это, то есть не терять самообладание, выдержки, то есть быть достаточно таким достойным человеком, который может в любой ситуации вести себя хорошо и проявлять себя, ну да, достойно. А это я приняла у тебя только, а вы как-то обсудили это вместе? Ну да. Что у вас у всех? Вот, а у Юли у нас... Такой фраза такая, вот это Николушка, нужно держать меня, чтобы самого себя не выпускать из рук. Ну, то есть это то, определенно тоже смысл, но только другими словами сказано, то есть держать себя в руках, тут не выпускать из рук себя, самого себя. То есть один и тот же смысл у нашей фразы. Конечно. Самообладание. Рука как самообладание, как некая воля человека. Да? Спасибо. Еще один смысл мы с вами нашли. И еще одна группа. Представьте, пожалуйста, какие у вас смыслы. Смею предположить, рука может обозначать символ счастья. Так. Аргументируй. Фразеологизм просить руки, там, от дочери или еще что-то. Просить, соответственно, счастье. А в чем это счастье? Просить руки, еще какие у вас фразеологизмы? Рука, может быть, рука об руку еще.
руку и сердце. Предложить руку и сердце. От чего счастье? Символ связи. Символ связи. Еще? Любви, да. Дружбы, любви, конечно же, да? Символ объединения людей таким чувством, как любовь. Итак, посмотрите, мы с вами сейчас открыли несколько смыслов понятия «рука», которые открываются в тех фразеологизмах, которые вы анализировали. И давайте теперь взглянем снова на картину Эшера, но уже взглядом другим, вот через призму тех смыслов, которые мы сейчас открыли. Человеческие руки. Что в них скрыто? Это и взаимопомощь, поддержка близких. Это и теплота человеческих отношений, любви. Это и твердый характер, самообладание. Это и трудолюбие, мастерство человека, который сам творит что-то новое. И я сейчас вам предлагаю сотворить. Напишите, пожалуйста, на чистом листе, который у вас еще остался, свое творение, небольшой текст, пусть это будет несколько предложений, которые бы вы отразили, а как лично вы понимаете содержание и смысл этой картины? А поможет вам музыка Морриконе из фильма «Профессионал».
творческий процесс сейчас остановить очень сложно, но я предлагаю вот сейчас уже поделиться, кто готов поделиться тем творением, которое сейчас было создано. Я вижу, что у многих оно есть, оно сформулировано, и нам будет очень приятно его услышать. Пожалуйста. Что могут означать обычные руки, которые мы с вами видим ежедневно, при помощи них совершаем свои обычные дела? Мауриц Корнелис Эшер продемонстрирует значение своей картины, связь, образующая бесконечность. Вот что могут означать обычные руки. И дружба, и любовь, все эти чувства мы можем увидеть лишь взглянув на картину. Замечательно. Спасибо большое. Еще. Я видела у Артема интересные мысли. Пожалуйста. Воздержишься. По-моему, очень интересные были мысли у тебя. Еще кто готов? Пожалуйста. На этой картине изображены две руки, каждая из которых держит карандаш, рисующий те самые руки. Более того, одна рука будто бы помогает другой. Лично я вижу в этом мысль, означающую работу над собой, сознание и совершенствование себя. Замечательно. Так, еще кто готов? Пожалуйста, Настя. На картине Маурица Эшера, на мой взгляд, руки отображают связь. Связь одной руки с другой. Они помогают закончить... Это помощь друг другу. Они дорисовывают друг друга, помогают закончить дело до конца. И также я увидела зеркальность, что посмотреть взглянуть на эту картину с разных сторон. За такое короткое время сформулировать такие мысли, это, по-моему, невероятно. Еще. Кто готов еще? Представить. Я вот видела у Андрея, да? Готов? Прочитай, пожалуйста, мне кажется, это будет интересно. В своем творчестве автор передает все связи, как, например, символ труда, дорисовка частей друг друга, да. Символ сообладания, там на картине видно то, что каждая черточка прорисована. Символ помощи, работа первой руки над второй, которую одной рукой выполнить не в состоянии. Автор придает различные значения таким простым вещам, как руки. Такие мысли нельзя держать в себе. Их нужно вслух говорить, чтобы это всем было слышно. Спасибо, ребята, вам большое. Вот мы весь урок с вами раскладывали эти смыслы, да, открывали один за другим. Давайте теперь их сложим все обратно. Все смыслы, которые были найдены, сложите обратно в свою смысловой карте и снова перед глазами у вас картина Эшера. Смыслы на самом деле неисчерпаемы, их очень много. Но какие-то из них сегодня у нас открылись. Как бы вы назвали сейчас эту картину? Напишите вверху название этой литографии. Какие названия пришли уже на ум? Саша написал что-то. Ну, работа над собой. Работа над собой — замечательное название. Еще. Глубокий смысл в простых вещах. Замечательно. Еще. Какие названия? Интересно, а может быть кто-то вот угадает название Эшера? Замечательно. Пожалуйста, еще кто готов? Очень интересно. Все в твоих руках. Все в твоих руках. Фразеологизмом прямо. Так. Пожалуй, можно назвать ее просто.
банально. Все. Все банально. Нет, просто все. А, все. Ничего себе банально. Это совсем не банально. Все. Замечательно. А вот внизу, если вы считаете, что осмыслив эту картину, вы стали ее соавтором, напишите свою фамилию и имя. И в конце урока я хотела бы с вами размышлять над таким вопросом. А о чем предлагает, о чем помог задуматься вам сегодняшний урок и вот эта работа с картиной? Возникли какие-то у вас вопросы, мысли? Пожалуйста. Потому что нужно работать над собой. Так. Еще. Оказывать помощь. Оказывать помощь. Не забывайте о своих друзьях, которые да. так же, как вот эти руки. Ты одна рука, а твой друг — это вторая рука. Да. И вы должны, да, именно взаимопомощь, любовь, и между вами связь не должна теряться. Угу. Еще так, что важно трудиться. Так. Не так уж. То, что мы на первый взгляд. Вот такие привычные вещи, как руки, конечно. Скрывать смысл. Очень много смысла. Замечательно. А вот только ли руки могут скрывать такие смыслы? Наверное, у всего есть огромное количество смысла, у всего, что нас в жизни окружает. И вот этот процесс открытия для себя этих смыслов, он непрерывен. И поиск этих смыслов, он постоянен. И в этом, наверное, и есть наше познание, наше открытие для себя этого мира. И эти смыслы действительно неисчерпаемы. Можно посмотреть на эту картину в другом настроении, и вы увидите другие смыслы. Можно посмотреть под другим углом зрения, и появятся еще одни смыслы. Поэтому смыслов будет очень много. И если сегодняшний разговор вам понравился, если вы хотите поделиться какими-то открывшимися для вас новыми смыслами, если у вас есть какие-то интересные вот такие же парадоксальные художественные образы, которые наталкивают нас мысление, я готова с вами продолжить общение. У меня есть страничка ВКонтакте, на которую вы можете выйти, и мы обязательно на эту тему с вами пообщаемся. Мне очень интересны на самом деле ваши открытия, ваше познание мира. И я надеюсь, что мы еще с вами услышимся и еще с вами пообщаемся. Спасибо за урок. Спасибо.